Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Россию с официальным визитом. Как сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, главная цель поездки в Москву – 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран для углубленного обмена мнениями. Михаил Мишустин и Ли Цян обсудили перспективы развития всеобъемлющего партнерства, расширение сотрудничества в энергетике, автомобильной отрасли и других областях. После переговоров в Москве китайский политик отправится в Белоруссию по приглашению премьер-министра Романа Головченко. Там стороны обсудят двустороннее партнерство и сотрудничество на разных направлениях.